Мам, ну сколько можно? Им уже давно пора спать. Уже идем. Слинять хотел. Круто! Классно! Смотри, как красиво! Да. Стасик, а ты знаешь, как называются те, кто от карточного долга бегает? Марк, ты меня знаешь, я ведь отдам. Я все отдам, Марк, я... Когда? Пару дней. Только пару дней, я... Мы это уже слышали. Марк, ну... Время вышло, деньги нужны сегодня. Ну, Марк, я... Поедет с нами. Мам, а папа нам такое купит? Конечно, купит. Мамочка, с Новым годом тебе! Лёшка! Слушай, а где наш отец? Ваш отец меня бросил. Опять? Привет, мам. Ты что, вообще не ложилась? Не спится. Понятно. Кофе будешь? Что-то ничего не хочется. Ну? Что он на этот раз написал? Девочки, этот Новый год я проведу не с вами. Так вышло. Лара, не злись. Ты же сама все понимаешь. Целую всех. И что? Ты думаешь, он с ней? Вы так рано повскакивали. Привет, бабуль. Привет. Мам, хорошо. Ты не говорила, что к нам собираешься. А я вам, между прочим, пирожок испекла. О, видишь, какая. Ну, и где наш хозяин? Хозяин! Хозяин! Стаса нет. Что значит нет? А где он? Он... В Новгороде. Проблемы с поставками. Опять? Ну, говорила я дурёхе твоей матери. Учись, и тогда ни от кого в жизни не будешь зависеть, а она? А она забила на все и родила меня. В 17-то лет. Вот именно. И теперь у нее не жизнь, а сплошная гауптвахта. Ну, как говорил твой покойный отец, господа офицеры, вздрогнем. Это, наверное, мой Тагира сейчас. А теперь я готова выслушать правду. Только не надо мне про Новгород, не надо. Я твоего Стаса знаю, как облупленного. Что, снова самоволка? Ну, наконец-то. Чего так долго? Маршрутку ждала, замерзла. Что? Я соскучился. Подожди. Родители? Родители на дачу свалили. До утра не будет. Да? Ну и что дальше? Пока не знаю. Ой, зато я знаю. Снова будешь его искать, ждать. А он заявится, и ты растаешь, и все будет как прежде. Мам, Стась хороший отец. Угу. К тому же, и ты сама об этом прекрасно знаешь, я кроме как быть хорошей женой и матерью совершенно ничего не умею. Да когда тебе уметь? Ты ж ему троих детей родила. Эх, будь моя воля, и я б ему за его самоход глаз бы на трогост натянула. Мама! Что, мама? Сколько раз я просила тебя не выражаться?
Хорошо, девочки не слышат. Да он, батя твой покойный, еще как выражался. А слава богу, помер генералом. Ты не обижайся на меня, дочь. Мужчина, помогите. Слушай, ну ты хоть знаешь место его дислокации, а? Кажется, да. Все, держись. Без шапки ты не ходи, холодно. Что надо? Здравствуйте. Мне Наталья нужна. Нету ее. Съехала. Твой бардак оставила, зараза. В квартире все вверх дном перевернуто, как после шмона. Теперь мне все выходные тут корячиться придется. Как съехала? Когда? Я хозяйка квартиры, а не сторож. Поняла? Угу. Сегодня прихожу утром, ее уже нету. Мне хорошо, что я хоть деньги за месяц вперед беру. А вы не знаете, куда она могла уехать? С хахалем со своим в теплые страны рванула. Она ж с ним, почитай, полмира объездила, пока его курица с детьми нянчится. В теплые страны, значит? Угу. А ты вообще кто такая? Что Наташку ищешь? Подруга, что ли? Курица. Не поняла. $3448. Эта карточка заблокирована. А вот это попробуйте, пожалуйста. Эта карточка тоже заблокирована. Этого не может быть. Вот эту еще раз попробуйте. В этом нет смысла. Что же мне теперь делать? Может, у вас есть наличность? Видимо, мне придется от чего-то отказаться. Охрана, отмена! Вот, мам, на велосипед копила. Спасибо тебе, доченька. Ну, где же? Где же она? Я точно знаю, что была заначка. Что было? Деньги мама от кого-то прятала, а теперь найти не может. Поняла? Все, у меня дупль пуста. Мои вы хорошие. А я? Это мне бабушка на счастье подарила. Что бы я без вас делала? Нашлась. Ничего, мам, не плачь. Переживем как-нибудь. Что вам нужно? Должок за тобой.
Что? Муженек платить не захотел, значит, тебе придется. Сечешь? Я не понимаю, о чем вы говорите. И в ментовку. Не вздумай сунуться. Это какая-то ошибка. Старшенька у тебя красивая. Малышке тоже ничего. Если что, жалко будет. Сечешь, Лариса Васильевна? Так угомонились. Обе на вас ладошки будет спать бабушка, а вы на диване валетом. Это мы обживаемся. Ты же сама говорила, что нужно хорошенько обжиться. Так точно. Ну что ж, разберемся. Все, я побежала. Слушайся, пожалуйста, бабушку. Ладно, угу. Будь умницей. Мамуль, спасибо тебе. Мы будем по тебе скучать. Угу. А ну-ка пошли вон отсюда. Я сейчас милицию вызову. Попробуй только. Хулиганье. Алло, милиция? Я что, тоже остаюсь? Конечно. Будешь бабушке помогать? Мам, подожди. Ну почему? Я сказала, пока поживешь у бабушки. Почему я не могу жить дома? Так надо, понимаешь? Так будет лучше. Кому будет лучше? Алис. Что ты мне не договариваешь? Все, разговор окончен. Это сколько может продолжаться, а? Что, Марья Семеновна? Я из собственной квартиры выйти не могу. Ни мусор вынести, ни кошку общественную покормить. Ходят и ходят без конца. Кто ходит, Марья Семеновна? Два здоровенных лба. Возле твоей квартиры ошивались. Ушли уже недавно. Да спасибо, я их припугнула. Ой, спасибо вам, тетя Машечка. Спасибо вам, дорогая. А кошка вон голодная, по твоей милости осталась. Дунечка. Ой, а у меня молочко есть для вашей кошечки. Возьмите, пожалуйста. Всех соседей, как соседи. Тут живешь, как на пороховой бочке. Дунечка, девочка моя, Дуня, Дунечка. Том не был самым примерным мальчиком в городе, зато очень хорошо знал самого примерного мальчика и терпеть его не мог. Через 2 минуты и даже меньше он забыл про все свои несчастья. Мам, а когда ты нас домой заберешь? Ну да, уже 2 месяца у бабушки живем. А ты говорила, только пару дней. Нам отсюда в школу неудобно добираться. А еще бабушка долго уроки проверяет. Но она же хочет, чтобы было как лучше. Ну когда? Обед готов. А ну, детвора, руки мыть, шагом марш. К матери пристали, она же голодная. Кто так делает? Ларис, ну что, Стас так и не появлялся? Ну, а эти вымогатели? Пока не объявлялись. Но они же предупредили, что долг Стаса автоматически переходит на меня. Ну, а с работы-то как? На работу меня не берут. И возраст не тот, и стажа нет. А я говорила... Мама, ну не добивай меня, пожалуйста. И убери уже эту фотографию.
Здравствуйте. Здравствуйте. Три тысячи. Четыре тысячи. И то только потому, что вы наша постоянная клиентка. Хорошо, давайте хоть четыре. Вы ничего не будете выкупать, а то моя одна знакомая очень заинтересовалась вашими сережками. Распишитесь. И шубка ваша так подошла моей дочке. Она такая довольная, такая довольная. У вас ничего подобного нет, а то моя невестка очень нервничает. Нет, больше ничего нет. Дима, все, я на месте. Документы привез. Аркадий. Лара. Вот так встреча. Привет. Привет. Да. А давно он пропал? Как раз на Новый год. Ну, а ты в милицию заявляла? Может, его в живых уже нет? Насчет милиции меня предупредили. Аркаш, я боюсь, у меня дети. Я все-таки очень надеюсь, что он объявится. Ну, а ты-то как? Женился? Я? Ну, ты же знаешь мой девиз. Никогда. Думала, поумнел. Подожди. А сколько мы с тобой не виделись? Лет пять, не меньше. Точно. Почему ты перестал к нам заезжать? Вы же со Стасом так дружили еще с института. Стасу не нравилось. Что не нравилось? Ну, он же тебя ревновал ко мне. А ты не замечала? Все шутишь. О! Спасибо. Спасибо. Лар, прости, хоть здесь душу отведу. А то мать с Лизкой постоянно на диете. Целыми днями одну капусту. Капусту? Да, как зайчик. Крум-крум-крум. Мало того, и мне запрещают категорически нормально питаться. А потом Лизка удивляется, что ее никто замуж не берет. Ларис, а ты что не ешь? Невкусно? Что-то у меня аппетита нет. Я когда понервничаю, у меня всегда аппетит просто зверский. А ты чего нервничаешь? Из-за Стаса? Или на работе проблемы? Ну, из-за Стаса. И на работе у меня постоянные терки с главбухом. Слушай, а если я тебе работу предложу, ты согласишься? Так я же ничего, кроме стирать, убирать, готовить не умею. Я и в офис к вам приходила устраиваться. Думала, хоть уборщицы возьмут. Так. Ты же хорошо готовишь. Научи Лизку готовить. Может, так удастся ее замуж вытолкать, а то надоело, знаешь, сил нет. Так я ее и так научу бесплатно. Не-не-не, бесплатно работать грех. Так, все, решено. Платные гастрономические курсы. Нет, еще раз нет. Если получится, я заберу вас домой в конце недели. Ну все, пока. Бабушку целуйте. Ну что, начнем? Начнем. Урок номер 5. Мясной пирог. Какое главное правило на кухне? Отстань со своими банальностями. Это не банальность. Если браться за дело с плохим настроением, тесто, между прочим, вообще не поднимется. Молоко убежит. Глупости все это. А почему тогда люди готовят по одному и тому же рецепту, у одного получается
пальчики оближешь, а у другого жалкое подобие. Вот. Поэтому я в каждое блюдо добавляю любовь и немножко перца. Для остроты ощущений, ну и для аромата. Начнем со слоеного теста. Дело, конечно, это не быстрое, но зато из слоеного теста ты потом сможешь сделать и штрудель, и маковый рулет. Тебе понадобится мука и масло. Обязательно твердое, холодное. И мелко режем масло прямо в муку. Думаешь, это поможет? Мужчина скорее от секса откажется, чем от вкусного обеда. Ну, не знаю. Ты вон как готовишь, а Стас от тебя все равно сбежал. Ладно, пойду я. Мне еще сегодня в фитнес-клуб тащиться. А как же пирог? А, надоело. Аркаш, привет. Учитель из меня не вышел. Лиза сбежала. Все, что делать? Пирог делать? Ну зачем? Потрясающе. Ничего вкуснее в жизни не ел. Потому что в этом пироге 3 сорта мяса. Да ладно? Да. Добавку? Давай. Жалко, что с Лизой так получилось. Да ну ее. Пусть себе сидит старая дева на морковке. Кстати, как твой конфликт на работе? Разрулил? С меня причитается. Все сделал, как ты учила. Теперь главбух мой лучший друг навеки вечные. Вот видишь, когда Стас только начинал свой бизнес, была подобная ситуация. Так, это тебе за риски на обучение. Аркаш, прекрати, мы друзья. Все. И вот еще что. Ларис, мне нужна твоя помощь. Конечно, Аркаш. А что случилось? У меня на следующей неделе день рождения. Точно. Да. Ты не могла бы организовать фуршет на фирме? Конечно, Аркаш. Сделаю, все будет в лучшем виде. Я заплачу. Заодно познакомишься с нужными людьми. Ну, а вдруг ты надумаешь заниматься кейтерингом? Чем? Объясняю. Если просто, доставка провизии. Сложнее организация питания сотрудников предприятия. Ну что, это хороший бизнес, ты подумай. Аркаш, у тебя будет самый вкусный кейтеринг в мире. Ну, пожалуйста, осторожней. Ну, вы женщина-зверь. Как вы доперли это? Что у вас там? Там вкусный праздничный обед. Давай. Привет, спасибо большое. Там все сгорают от нетерпения. Я просто немного рассказал о твоих растягаях. И вообще... Аркаш, с днем рождения. О, спасибо. Ларис, а может после всего сходим в кино? Ну или погуляем? Ой, Аркаш, прости, но я всю ночь готовила. Боюсь, что просто засну в кино. А, ну да. Ну тогда в другой раз. Прошу. Ничего себе! Какие запахи! А... Еще 2 минуты, и можно всех приглашать. Простите, а вот это все можно есть? Попробуйте.
Дмитрий Ге... Дима. Лариса. Очень приятно. Слушайте, это же просто... Я рада, что вам понравилось. Хорошего праздника. Не буду вам мешать. Нет, 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 нет. Нет, вы не можете уйти. Вы должны слышать наши восхищенные возгласы. У вас своя компания. Лариса, я прошу вас. Лара, это лучший подарок. Ты волшебница. Аркадий, ты должен уговорить Ларису остаться. Она не может так просто уйти. Я вижу, вы уже познакомились. Не так близко. Лариса, вы остаетесь. Решено, вы остаетесь. Не обсуждается. С днем рождения! Спасибо за столу! Прошу, прошу, все к столу! Откуда деньги? Мне дядя Аркадий работу подбросил. Хороший человек. Я его помню. Друг. Мама, нам долго еще у бабушки жить? Не знаю, но пока придется побыть у бабушки. Ты помоги ей, пожалуйста, по хозяйству, ладно? А можно я пока к Герке перееду? Ну, пожалуйста, его родители не против. И что они после этого о тебе подумают? Нет. Они умные, цивилизованные люди. Если хочешь знать, его отец, он даже скандал не устроил, когда чуть раньше вернулся с работы. В общем, лучше тебе об этом не знать. Алиса. Я так и знала, что тебе об этом говорить не надо. О, а я тебя в кабинете искал. Что-нибудь срочное? Нет, нет. Нет. Кофе хочешь? Нет. Слушай, расскажи мне про Ларису. А что тебе рассказать? Где ее муж? Пропал. Оставив ей 3 дочерей и кучу долгов. А тебе это зачем? Да так. Ладно, приятного кофе пить. Дима, не трогай ее. Ты о чем? Такие, как она, либо на всю жизнь, либо никак. Ты что, сломаешь ее? Блин. Вот я дурак. Она сказала, что в таком случае твои родители подумают, что я шлюшка. Да ничего они такого не подумают. И к тому же они...
Вкусно. Нравится? Угу. С собой положить? Да. Лап, слушай, у меня к тебе просьба. Ну, точнее, это не я придумал. Дима, ты могла бы нас кормить в офисе? В смысле кормить? Ну, понимаешь, времени на обеды, как всегда, не хватает. Только выйдешь, простоишь в этих пробках, уже надо возвращаться на работу. А кофе и бутерброды, если честно, о, где стоят. А хочется, чтобы так, по-домашнему, вкусненько, как только ты умеешь. А кого кормить надо? Ну, в смысле, сколько в офисе человек? Только руководящий состав. Генерального, меня, главбуха. А мы тебе платить будем, как в ресторане. Идет? Спасибо тебе, Аркаш. Я подумала. Ну, а что, Стас? Ничего не слышно? Слышно. Письмо прислал. Ну, слава богу, живой. Можешь прочесть. А это удобно? Ну, вы же когда-то были большие друзья. А что такое? Что-то вроде документов на развод. Я так понимаю. Лара, мы взрослые люди, должна понять, обстоятельства так сложились. Мы давно чужие. Благодарен, не ищи. Наташа права, не хотел травмировать детей. Передаю с приятелем, который будет проездом в нашем городе. Да, Стас, дает. Хорошо, хоть квартира на тебя оформлена. А то так и осталось бы. С тремя детьми на улице. Если бы ты знал, как я устала жить в постоянном страхе. А что у нас в меню на завтра? У нас куриные котлетки с пюре и грибным соусом. Я до завтра не доживу. Ладно, пора ехать, у нас важная встреча. Пошли уже работать, чревоугодник. Алиса? Удачи. Ты прелесть. Спасибо, но Аркадий Римович от фирмы мне платит хорошую зарплату. Тогда считаешь, это чаевые? У тебя же есть дети? Дети есть. Детям на конфеты. Спасибо. Это тебе спасибо. За идею спасибо. Мне самому такая мысль даже в голову не пришла бы. Ты умница. О! Как думаешь, что нам скажет Катя? Я думаю, она будет визжать от восторга. Да? Угу. Тогда берем. Мам, ты что, банк ограбила? Вроде того. Просто мне за мои обеды платят очень хорошие деньги. Никогда не думала, чтобы картошка в горшочках стоила таких сумасшедших денег. Не только картошка. Я теперь у них типа офисные няньки. Повар и психоаналитик в одном лице. Готовлю, кормлю, слушаю, советы даю. В общем, за деньги делаю все то, что много лет бесплатно делала для вашего отца.
Спасибо тебе большое. За что? За то, что с юристом познакомил. Ну, за то, что домой привез. Ну, судя по всему, ты не очень довольна. После разговора с ним. Ой, ничего не поделаешь. Придется мамину квартиру продавать. По-другому не выкрутиться. Ладно. Счастливо. Лариса. Может, ты расскажешь мне о своей проблеме? Ладно. Все. Я так больше не могу. Я люблю тебя, Лариса. Не надо бросаться такими словами. Я люблю тебя. Я очень хочу помочь тебе. Хорошо, я все тебе расскажу. Я к Марку. Счету, как мы и договаривались. Баба твоя? Нет. Так чё ж ты паришься? Надо так. Ну, может, этот, Стас, друг твой? Неважно. Главное, что вы его семью оставите в покое. Да и его тоже. Хотя, если честно, я думал, что его в живых уже нет. Ну и дурак, если так думал. Когда в квартире у Наташки этой подстилки его ни бабла, ни Наташки не обнаружили, была мысль искал шлепнуть его. А тут и он нарисовался. Видно, у них с Наташкой нестыковочка какая-то вышла. А потом я подумал и сказал Хряку, а зачем нам трупак? Нам трупак не нужен, нам деньги нужны. Вот ты их нам и принес. У меня к вам просьба. Не могли бы ваши сотрудники сообщить Ларисе Васильевне, что она вам больше ничего не должна? Да не вопрос. Я вот другого не пойму. Что ты в ней нашел? Как по мне, ни одна баба таких денег не стоит. Помнишь нас? Вас забудешь. Стаса нет. Денег тоже нет пока. Но я все отдам, все до копейки. Только, пожалуйста, детей не трогайте. Мне просто нужно время. Расслабься. Хахаль твой. Пажик вернул. Что? Ты нам ничего не должна. Поняла? Какой хахаль? Свободно. Гуляй. Ариш, что случилось? Аркаш, такое случилось, такое случилось. У тебя все в порядке? У меня все отлично. Девушка, вы куда? Меня ни для кого нет. Лариса, что случилось? Ты... Это ведь такие огромные деньги. Я была в полном отчаянии, ты... Ты просто вернул меня с того света. Какие деньги? Я все знаю. Ты о чем? Что ты выплатил долг Стаса. Я
тебе очень благодарна. Я уверена, тебя мне послал Бог. Ты мой спаситель. Именно этим я сейчас занимаюсь. Фрон. Хочешь кофе? Вкусный, с пеночкой. И кофе тоже. Почему другие женщины не умеют так готовить? Потому что они не знают секрета, а я знаю. Я тоже знаю твой секрет. Любовь и немножко перца. Абракадабра какая-то. Ты будешь обедать сегодня в офисе? А что? Мне просто нужно знать, сколько вас будет. Ларис, я больше не хочу, чтобы ты кормила других мужиков. Ни обедом, ни ужином, ни тем более завтраком. Услышь меня. Ну, я же говорила тебе. Если ты о деньгах, я в состоянии обеспечивать тебя. Слава Богу, у меня есть такая возможность. Я знаю. И спасибо тебе за это. Но я ведь это делаю не только ради денег. Лариса. Дим, ну, подожди, Дим. Хорошо, хорошо, я слушаю тебя. Ты должен знать, что благодаря этим мужикам, как ты их называешь, я впервые за столько лет стала ощущать себя не приложением мужчины, а полноценным человеком. Ларис, если ты будешь кормить только своего любимого мужчину здесь, на кухне, заниматься детьми, ты тоже будешь чувствовать себя человеком, поверь мне. Дим. Я не хочу тебя ни с кем делить. Женщина, которую я люблю, должна принадлежать мне. И это не обсуждается. Дим, а кто я для тебя? Я обещаю тебе, как только я разведусь с Мариной, я тоже сделаю предложение тебе. И надеюсь, ты мне скажешь «да». Thank you.
Спасибо, мам, что подбросил, а то бы я точно опоздал. Ты шапку забыл, что ли? Все, мам, пока. Алиса? Ты что здесь делаешь? Тебя что? А чего ревешь? Вот. Что это? Тест. Какой тест? Какой тест? На беременность. И что? Я не мог. Ты уверена? Все это из-за тебя. Что мне теперь делать, а? Что мне теперь с этим делать? Выход есть только один. Я на аборт не пойду. А замуж за меня пойдешь? Замуж? Пойду! Ты хочешь домой? Нет, не хочу. Но пора. Еще один заключительный подарок. Я прошу, хватит подарков, я прошу. Я мигом, я все знаю. Ну а почему нет? Ой, Аркаш, здравствуй. Шопинг-терапия? А, типа того. А я по тебе скучаю. С тех пор, как ты перестал для нас готовить, мы почти не встречаемся. У тебя все хорошо? У меня все хорошо, Аркаш. Ты, если нужна помощь, ты только скажи. У меня возникли некоторые обстоятельства. Так, давай-ка попьем кофе, и ты мне расскажешь про все свои обстоятельства. Ларчик. Ларчик, и чтобы сегодня же вечером обязательно дело. Мы случайно встретились. Ну что ж, не буду вам мешать. Надо же было так проколоться. Отвези меня домой, пожалуйста. Да. Алис, что случилось? Алло, мам, ну ты скоро? Сколько можно ждать тебя? Ну как, у нас новость. Ein Moment. Ничего. Ничего. Я так. Лиска. А ты как ей собираешься сказать? Сразу о беременности, а потом о свадьбе или наоборот? Алис, ты меня слышишь? Что? Ну с чего ты начнешь? С беременности? Какая теперь уже разница? Я бы с беременности начинал. Потому что потом... Не придется убеждать в необходимости свадьбы. Угу. Молодежь. Что вы меня так торопили? Алиса, ну давай. Чай будешь? Какой чай? Ты че? Короче, тетя Лар, мы с Алиской решили пожениться.
Потому что она беременна. Да? Не спишь? Мам, вы же так мало знаете друг друга. Мы уже больше года встречаемся. Но это же не повод беременеть в 17 лет. Да, кто бы говорил. Алиска, неужели ты хочешь повторить мою судьбу? Гера не такой, он меня не бросит. Глупая ты. Жизни не знаешь. А ты знаешь? Тогда скажи мне, кто тебя сегодня привозил домой? Мы сейчас говорим о тебе и о том, что вы с Герой натворили. Мы ничего не натворили. Что у тебя с тем мужчиной? Он просто мой друг. С друзьями так не целуются. А вот это уже тебя не касается. Вообще, с какой стати ты мне устраиваешь допрос? Я ненавижу, когда ты вот так начинаешь со мной разговаривать. Алиса! Спокойной ночи! Можно? Давай попозже, я занят. Дим. Мне кажется, или ты меня действительно избегаешь? Избегаю. Просто я не хочу длинных нотаций на тему, что такое хорошо и так далее. Я же предупреждал насчет Ларисы. А если она влюбится, что тогда? А почему ты думаешь, что я не могу в нее влюбиться? Может быть, она и есть та единственная, которую я искал всю свою жизнь? Да. Хотел бы я, чтобы это было правдой. Послушай. Не лезь, пожалуйста, в наши отношения. Мы как-нибудь сами разберемся. Договорились? Дим, если ты обидишь Ларису, будешь иметь дело со мной. Защитничек. Осторожно. Ну, а Алиска-то как-то? Ой, не знаю, что с ней происходит. С тех пор, как она узнала, что у меня есть мужчина, ее как будто применили. Постоянные склоки, ссоры. А может, все дело в беременности? Или она меня просто ревнует. Они же привыкли, что я им принадлежу целиком и полностью. А тут еще дело. По-моему, все дело в беременности. Свадьба-то у них когда? Мам, да какая свадьба? Я еще с его родителями не познакомилась. Ну, хочу же вы тянете-то? Алиска постоянно переносит день знакомства. То одно, то другое. То погода плохая, то понедельник день тяжелый. Не понимаю, что с ней происходит. Не знаю. И все-таки я не понимаю, почему мы не можем прийти к вам в эту субботу? Ну что у тебя там по плану на этот раз? Пожар, наводнение. Ну вот не дави на меня. Не дави! Я сама скажу, когда буду готова познакомить. Когда ты будешь готова познакомить их, наш сын пойдет в школу. И не факт, что в первый класс. Удалось тебе это знакомство родителей. В конце концов, мы что, не можем без них расписаться? Можем, только я не понимаю, зачем. Или ты боишься, что мои родители не понравятся твоей маме? Ну, что за бред ты несешь? При чем тут это? Тогда я не понимаю. Герочка, родная мой, хорошая. Послушай, давай сделаем так, как я говорю. Распишемся без них. В субботу в 3 мы у вас. Гера. Все, тема закрыта, обсуждению не подлежит. Гера! Алис? Что? Ну смотри, смотри. Красивый. Очень. А откуда это у тебя? Подарок. О, слышишь, какие запахи по всей квартире? О, сегодня пироги удались на славу.
А ты хорошо знаешь этого человека? Какого? С которым у тебя роман. У меня не роман. У меня мама. Ладно. Да, я хорошо знаю Диму. И какие у вас с ним отношения? Ты хочешь спросить, собирается ли он на мне жениться? Ну да. Дима меня любит. И как только он разведется с женой, мы сразу с ним поженимся. Не надо на меня так смотреть. Они с женой уже давно чужие друг другу люди. И живут только ради сына. Это к счастью. Я открою. Привет. Привет. Ты один? Мои под подъездом ссорятся. Это Лариса Васильевна. Подержи. Знаешь, пока сюда ехали, все нормально было. Батя даже шутил. Во двор въехали, его как подменили. В смысле? На работу засобирался срочно. Ну, может, что-то важное, мало ли. Перестань. У него на нас всегда времени не хватает. Постоянные командировки, работа. Здравствуйте, Гера. Здравствуйте. А почему вы один? Мои поднимаются. Это вам. Спасибо, это мои любимые. Вот. А это к столу. Мам, оставь цветы в вазу, они завянут. Конечно, конечно, не волнуйся. Наконец-то. Здравствуйте. Здравствуй, Олесечка. Ну и где здесь у вас можно помыть руки? Там. Я покажу. Все хорошо? Да, конечно. Пойдемте. Долгожданные гости. Давайте знакомиться. Лариса. Очень приятно, Марина. И мне приятно. А чего мы в коридоре стоим? Давайте будем проходить как-то. Конечно. Да? Марина, проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Герочка, ты тоже на кухне, да? Неужели они уже документы подали? Еще на прошлой неделе. А Алиса вам не говорила? Забыла, наверное. Ой, вы знаете, на нее сейчас столько навалилось. Знаете, что мы решили? Дети после свадьбы поживут у нас. Ну, пока мы не купим квартиру, Дима сказал, что ему на это потребуется максимум полгода. Ну, еще ремонт. Ну, вы знаете, у нас тоже места много, так что они могут жить у нас. Нет, ну у вас девочки, им нужно заниматься. А я сижу дома одна, и потом мне было бы очень приятно помогать Алисе с внучкой. Никаких внучек. Алиса родит мне сына. Она обещала. Неважно, кто родится. Главное, чтобы ребеночек был здоровенький, правда? И давно ты все знаешь? Да. Ну, я надеюсь, ты понимаешь, что о свадьбе не может быть и речи. Герман, разливайте вино, а я Алису позову. Я хочу быть уверен, что буду воспитывать своего внука. Откуда мне знать, что ты не такая, как твоя мать? Ой, Дима, ну здравствуй. Мы познакомимся, это отец Германа. Ты?
не помешаем? Ну? Вы уже познакомились? Да. Да. Давайте садиться за стол. Все стынет. Да, действительно. Мне пора, я пойду. Спасибо за все. Провожать меня не надо. Что это с ним? Ну, простите, ради бога, очевидно, работа. Гера, а вы умеете открывать шампанское? Да, конечно. Ну, вот и замечательно. Ну и как это вообще называется? Может, расскажешь, что произошло? Ты вообще представляешь, как мы после этого выглядели в глазах Ларисы? Свадьбы не будет. Что? Свадьбы не будет никогда. Почему? Объясни, что случилось? Я не намерен никому ничего объяснять. И не смотри на меня так. Если на ней женишься, копейки от меня не получишь. И чтобы я больше никогда ее здесь не видел. Мам. Не обращай внимания. Свадьба будет. Это я тебе обещаю. А если кому-нибудь что-то не нравится, это уже его проблемы. Вот последняя вроде было ничего. Она меня полнит. Я не заметил. Ну, мужчины вообще редко что замечают, кроме себя. Кстати, как отец? Да заладил. Рано тебе еще жениться. Мать говорит, что это он паникует. Он со своей свадьбы два раза сбегал. Гера, скажи мне, а как живут твои родители? Хорошо. Как все, ссорятся, мирятся. Понятно. Алис, ты что, из-за платья расстроилась? Ну, пошли куда-нибудь еще посмотрим. Почему ты хочешь на мне жениться? Из-за ребенка? Я люблю тебя. Мне кроме тебя вообще никто не нужен. Зачем ты приехал? Нам нужно поговорить. Уходи! Дима, уходи, я тебя прошу! Мы не можем больше встречаться! Нет, я нет, Дима! Я не могу без тебя жить! Я люблю тебя! Я люблю только тебя! Дима! Дурочка ты моя! Дурочка ты моя ревнивая! Дурочка ты моя вкусная! Я все понял! Я ничто без тебя! Я никто без тебя! Дима, я не могу что без ты тебя делаешь? Жить. Люблю тебя! Люблю тебя! Люблю только тебя! Прости! Я не знаю, как жить дальше. Я знаю. Попроси Алису не спешить со свадьбой. Что? Ну, какие из них родители, сама подумай. Поздно, пускай Алиска сделает аборт. Дима.
Ты просишь, чтобы я заставила свою дочь убить ребенка? Ты хочешь, чтобы я искалечила ей судьбу? Я хочу, чтобы она не портила жизнь нам и не калечила судьбу моего сына. Что ты такое говоришь? Они же любят друг друга. Они еще дети. Они не понимают, что спать вместе и любить — это абсолютно разные вещи. Ах, вот как ты думаешь? Да, именно так я думаю. И не строй себя наивную девочку. Нам с тобой хорошо в постели, но это не значит, что из-за этого я буду менять всю свою жизнь. Пошел вон. Вот и поговорили. Зато хоть попрощались по-взрослому. Какая же я дура. Вот именно. Ты и твоя дочь. На все готовы, только чтобы кто-нибудь оплачивал ваши счета. Я верну тебе все, слышишь? Я верну все деньги, которые ты отдал Марику. Какому Марику? За Стаса. А, Марику. Я не дурак, чтобы сорить такими деньгами. Говорить нужно. О чем? Ты знаешь. Слушай, не начинай. Я тебя просил не вмешиваться. Просил? Я просил тебя или не просил? От тебя, от Ларисы. Да я тебя в порошок сотру. Отойди от меня. Гер, ты уверен, что ты хочешь на мне жениться? Приехали. Опять. Я люблю тебя. Любишь? Ты ведь, оказывается, любить друг друга и спать вместе — это разные вещи. Так, все ясно. Завтра переезжаю к вам. И не спорь со мной, хорошо? Я не хочу, чтобы ты переезжал. Почему? Послушай, в последнее время ты какая-то странная. Ты знаешь, нам придется расстаться. Ты что, с ума сошла? Почему? Если хочешь знать правду, спроси у своего отца. А я больше не могу это все скрывать. Алиса! Это касается его и моей матери. Отец, мне нужно с тобой поговорить. Давай утром. У меня сегодня не то настроение. Ты плохо слышишь? Я не хочу ни о чем разговаривать. Что у тебя было с матерью Алисы? А что она тебе сказала? Так вот, почему ты не хотел подниматься в ее квартиру. Ты уже бывал там? В качестве кого? Я
Я не собираюсь выворачивать перед тобой душу. Но если хочешь знать, я никогда не путал понятия «любовь» и «любовница», если ты понимаешь, о чем речь. Мы все понимаем, о чем речь. А! Еще и ты тут. Не спится! Знал об этом? Ты что ж думаешь, что я такая глупая, чтобы верить во все эти командировки? Как же вы жили все это время? Тебе нужен был отец. Потом помнишь, как ты маленьким хотел, чтобы мы всегда были вместе? Куда? Вещи собирать. Гера! Ты поверь, я не знала, что это Лариса. Мам, долго ты еще страдать будешь? Он того не стоит. А Гер твой стоит? Я не знаю. Давно вы не виделись? Месяц уже. Исчез. И все. За что они с нами так? Высоко. Высоко. Вот так взяла бы и прыгнула. На зло этому. Да что ты говоришь такое? Даже думать не смей. Подумаешь, бросили ее. Да бог с ними, с мужиками, с этими. Главное, чтобы ребеночек был здоровый. Ты что ты такое говоришь? Ведь я так люблю тебя. Катеньку, Анечку, вы у меня одни на всем белом свете, слышишь? Здравствуйте. Вам как обычно? С объявлениями о работе? Да, все, пожалуйста. Привет! Не ожидала тебя увидеть. Привет. С вас 75 рублей. Надо Аркашке подобной прессы прикупить. Не думаю, что Аркадию будет это интересно. Ой, так он уволился. Несколько месяцев уже дома сидит. Нет силы вот с умнями терпеть. Как уволился? Когда? В тот самый день, когда он за тебя Димке морду набил. Ты что, не знаешь, что ли, ничего? Нет. Так может, ты не знаешь, что он в тебя влюблен? Давно. С тех самых пор, когда вы еще со Стасом были. Только он все время считает, что ты для него слишком хороша. Женщина, сдачу-то возьмите! Алиса! Илья не запылился. Алиса, я все решил. Что, что ты решил? Где ты был вообще? Вот. Деньги на первое время. Тут хватит. Там квартиру снять или еще что-нибудь. Если надо, я еще рвану на заработки. Я у отца ни копейки не возьму. Какие заработки? Что ты несешь? Ты же мне даже не позвонил ни разу за все это время. Я боялся. Боялся, что ты заставишь меня вернуться назад.
А мне надо было доказать, понимаешь? Ему, себе, всем. Дурак! Алис, поехали квартиру смотреть. Ты знаешь, сколько у меня вариантов для нас, для нашего сына? А, Алис? Даже не знаю, что это девочка. И зовут ее Ольга. Ты дала имя нашей дочери, даже не посоветовавшись со мной? Ты вообще кто такой? Я ей отец. А ты мне жена будешь. Завтра пойдем в ЗАГС и распишемся. А потом ты будешь гулять, как твой отец. А я сидеть дома и делать вид, что ничего не замечаю, да? Я не хочу так. Слышишь? Я так не хочу. Ты злишься из-за того, что меня все это время не было рядом с тобой, да? Я вообще жалею о том, что ты был. Все, ухожу я. Устала я. За что мне эти наряды по кухне вне очереди? Мамулечка, спасибо тебе огромное. Одной мне с такой партией точно не справиться. Да. Платят хорошо. И главное, без нервов. Слушай, а Алиска-то с Герой помирились? И слышать не хочет. Говорит, что он такой же, как его отец. Это я во всем виновата. Испортила дочери судьбу своей идиотской любовью. Да ладно. Ну что теперь, назад оглядываться? Надо смотреть только вперед. Все. Мама! Чего? Как ты думаешь, я еще имею право начать все сначала? А как его зовут? Его зовут... Неважно, как его зовут. Главное, что он добрый, он надежный. Я ему нравлюсь. А он-то тебе нравится? Давно. Я просто думала, что он слишком хорош для меня. Оказалось... Мама! Алиса! Ой, бабушка! Господи! Куда вы все? Так, прекратить панику. Где телефон? Да Вася, наверное. Нет, а Васи телефона нет. А где мобильный? В моей сумке. Мама! Алло, скорая! У меня дочка рожает! Деле, звоните! Я даже слышать не хочу про этого предателя! Записывайте адрес! Лариса, что случилось? Алиса в больнице. Что? Рожает. Сказали, езжай домой. Жди, жди звонка и звони. А мне так захотелось тебя увидеть. Ты знаешь, я подумала... Ой, я, наверное, зря приехала. Алиса! Что? Я очень рад, что ты приехала. Правда? Я сам никогда не решился. И спасибо тебе за долг. Я знаю, это ты. Больше некому. Не отвлекайся. По-моему, кофе убежал. Не отвлекайся. Наши, наши! Доченька! А где папашка? Вы отец? Я отец ребенка, я! Гера. Поздравляю. Спасибо. Спасибо вам за девочку. Вам спасибо. Ты как здесь оказался? Ну, признавайся, кто меня сдал? Мама или бабушка? Аркадий. Смотри, как у них все хорошо. Прям как у нас с тобой. Между прочим, я тебя еще не простила. А я тебя все равно люблю.
смотри. Я не вижу. Я тебе говорила, ешь кашу. Держи, аккуратнее уронишь. Ты теперь тетя Аня. Ой, у нас настоящее женское царство, мамочка. Кстати, вы знаете, я обо всем договорился. У нас в субботу с Алисой свадьба. Вот этот мужик. О, Варя. Ты у меня не хочешь спросить, выйду я за тебя замуж или нет? А что, не выйдешь? Возьму и выйду. Пусть тебе же будет хуже. Давайте дома все обсудим. Хорошая идея, машина. Давай, подержи. Представляешь, тоже было такое маленькое. Интересно, на кого она похожа? Ну, носик, как у тебя такая штуковочка. Ты назад садись. Алиса! Мама? Ну, может быть, и мне дадите посмотреть на внучку? Да, конечно. Ой, ух ты, какая она красавица! Марина, а поехали к нам домой. Рождение Уленьки отметим. Ой, я, кажется, что-то не то сказала. Ну, почему же? Поедем. Поедем. Поехали. Ну, тогда по машину. Лариса, может быть, поедем на моей? А это удобно? Не бойтесь, я хорошо вожу. Почти так же хорошо, как вы готовите. Тогда мы за вами. Марина. Вы не сердитесь на меня, если можете. Не держите зла. Раньше бы я сердилась и злилась бы. Теперь нет. Думаете, вы у него первая? Все равно я очень виновата перед вами. Больше, чем я сама перед собой. Передо мной никто не виноват. Это ведь я позволяла все эти годы ему так вести себя. Но теперь все. Все кончено. Я подала на развод. Вы сильная женщина. Я подала на развод, на раздел имущества. И вообще, хочу все начать сначала. Как думаете, еще не поздно? Моя мама говорит, что никогда не поздно. У меня есть экономическое образование. Есть опыт. Я ведь до рождения Герки работала директором ресторана. А теперь я собираюсь открыть сеть ресторанов домашней кухни. Хорошая идея. Думаю, у вас получится. Говорят, у вас есть какой-то особый секрет? Да какой там секрет? Любовь и немножко перца. Это я сама так придумала, чтобы настроение поднимать. Ларис, а пойдете ко мне шеф-поваром? Вы шутите? Нисколько. Будет у нас семейный бизнес. Надо же нам как-то детям помогать растить внучку. Борис, где это вы все шляетесь? Я целый час стою под дверью, не могу попасть в квартиру. А? Ну, давай. Папа, папочка! О! А что это у вас здесь вообще происходит? Ларис, мне уйти? Подожди, Аркаш. А ты что здесь делаешь? Я вообще-то вернулся домой.
своей семье. Год спустя. Да, а что? Нет у тебя больше дома. Возвращайся к своей, как ее там, Наташа, кажется. Ну, знаешь, не все так просто. Она меня бросила, сбежала. И наличку всю с собой прихватила. Поздравляю. А теперь уходи отсюда. Куда идти? Встретимся в суде. В каком суде? Ты что, с ума сошла? Вообще-то ты моя жена. Я не твоя жена. Аркаш! Хочешь на мне жениться? Конечно. Сразу две свадьбы. Вот это да. Как говорил в подобных случаях твой покойный отец, это дело нужно обмыть. Точно! Разбирай. Оп!